В Петербурге сегодня вспоминают Андрея Краско. Со дня его смерти исполнилось 3 года. В Комарово, где похоронен артист, собрались родные и самые близкие люди. День, конечно, скорбный и светлый в то же время. Потому что приходят друзья, все родственники собираются. Не верится, что уже 3 года, Андрюши нет. Но память о нем все как-то даже вроде бы и разрастается. Он очень любил зрителей, очень любил людей. И потом, когда мы ехали домой, он всегда говорил: Евгений Евгеньевич, меня сегодня снова любили. И я ему говорила: Андрей, разве вас можно не любить? И я его любила тоже всегда. И я всегда его помню, он всегда в моем сердце. И никогда я его не забуду. Жизнь Андрея Краско оборвалась трагически рано. Он умер на 49-м году жизни от сердечного приступа. Скорая помощь не успела приехать к актеру, когда ему стало плохо. За свою короткую жизнь Краско успел сыграть множество ярких ролей в фильмах Рогожкина, Месхиева, Балабанова, Бодрова-младшего и других режиссеров. Работа над картиной «Ликвидатор», которая снималась под Одессой, так и осталась незаконченной. Вечером 4 июля 2006 года Андрея Краско не стало.